Всем привет! Ну вот, снова мы на реке. На очередной проверке удочек приехали. Сегодня такая погода. Так-то вообще отлично. Снег идет. Минус 19, минус 20 градусов. Ветра. Он немножко колышется ветка. Ну так вообще красота на реке. Вон Александр по соседству. Тоже проверяет удочки. Начал. Так что живем, можно сказать, на реке. Пока рыбачим, пока рыбачится. Ну, а дальше видно будет. Ладно, берем инструмент. Зюзга, пешня. Все рабочее, проверено временем, как говорится. Не знаю, сколько уже тонн льда наколото этой пишней и вычерпано этой зюзгой, но очень много. Все, варяжка отдыхает, а мы пошли поработаем. Идем к первой удочке. Сейчас посмотрим. Попробую вскрыть опять на камеру, как оно. Будет рыба на камеру сразу или нет. Сейчас дойдем, посмотрим. Вот, пришли первая удочка. Сейчас будем вскрывать кладовую. Ну и момент истины, как говорится. Ждет нас тут кто-нибудь или не ждет? Вот в чем вопрос. Похоже, ждет. О, как хорошо клюет. Дергает. Ждет. О, о, груз прыгает. О, ждет, но не тот, кого мы хотим видеть. Подъязочек такой. Отпускаем его домой, пускай идет обратно. Сбежал. Да, первая удочка не совсем удачно. Мелочевка пошла. Ну, будем проверять дальше. Вот очередная лунка. Такая мелочевка. Опять, о, что-то сорвалась, ушла. Хорошо. Блин, что-то неважнецкая рыбалка сегодня. Несколько удочек проверил. Взял только два подъязка, такие более-менее. А так, либо пусто, либо вот такая мелочевка сидит. Все-таки где-то близок я к завершению ездовой рыбалки. Как быть? Связь заканчивается, а я еще не нарыбачился. Что делать? Будем, значит, другую рыбу ловить, пытаться. Вот так вот. Закрою лунку.
Раз. Наверное, два раза проверю, две проверки. Если будут такие же проверки, как сегодняшние, то все сниматься будет. Черви кончаются тоже. Черви, мелочь одна осталась. Ради чего тут? Ради мелочи уже неохота. Весь азарт пропадает рыбалки. Будем другую щуку пытаться искать, ловить. Вот очередная лунка, что-то непонятно. Вроде есть, а вроде нет, а вроде есть. Да, есть что-то. Наконец-то. Сегодня первый ясь, более-менее такой. Тут все мелочь. Сегодня первый. Ладно, может дальше что-нибудь проклюнется. Посмотрим. Наблюдаем дальше, рыбачим. Подписываемся, чтобы не пропустить новые рыбалки. На Дзен подписываемся. На Дзене раньше серии выходят, чем на Ютубе. На Ютубе попозже. Пытаюсь поднять свой канал на Дзене, раскрутить немножко. Так что подписывайтесь, кому, кто желает. Ова, чуть-чуть не свалил, блин. Пока я тут на камеру говорю, он хотел в лунку свалить у меня. Все, заряжаю червя и иду дальше к следующей удочке. Очередная удочка, непонятно опять. То ли есть, то ли нет. Есть, 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 есть. Здесь задергался. Еще один такой более-менее. Блин, вообще, пока на дне он там не шевелится даже. Не дает признаков жизни. К свету подтягиваешь кулунки, да, только начинаешь. Я не могу отпустить. Рукой. Стоять. Вот так вот, иди сюда. Ну, заряжаю червя, иду к следующей лунке. Ну, вот, зацепил очередную удочку, опять кто-то сидит. И сразу почувствовал, что-то дергается, он клюет. Вот он весь стандарт такой пошел. Не крупный. Ясь, но не совсем ясь. Ладно, возьму такого. Такого хоть засоду. Напоследок. Вот такой. Рука. Не крупный есть. Очередная лунка. Непонятно опять. То ли есть, то ли нет. Вроде висит. А да, есть, есть, есть. Опа. Блин, вообще не шевелится там. Только к свету, когда подходит к лунке, тогда начинает признаки жизни подавать. А там сидит на дне, как партизан. Блин. Я даже и не понимаю. Сейчас опять камеру достал, думаю, ладно, включу на всякий случай. А так непонятно, есть он там или нет, доставать камеру или не доставать. Несколько изей достал, даже камеру не стал доставать, потому что вообще не шевелились. В самом конце там только. Ну так вот. Так вот. Заряжаю червя. Удочки к концу уже подходят. Ну все, закончил проверять удочки. Короче, ничего сегодня. Сначала что-то проверял, грустно было, нифига. А потом вроде распогодилось. Вот, вот. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Девять штук попало. Ну, блин, качество, конечно, уже не такой крупный ясь, как был пораньше немножко, но, ну, хоть что-то. Ладно, мы не расстраиваемся. Проверим еще завтра. Сегодняшняя серия выйдет, сегодняшняя проверка выйдет на Дзене сегодня, на Ютубе завтра или послезавтра. И то, я не знаю, если успею на Дзен еще сегодня скинуть. Так что, ну, постараюсь. Чтобы на Дзене было день в день. Так что подписывайтесь на Дзен. Ставьте пальцы вверх, комментируйте.
кому что нравится, кому что не нравится. Ну, я дальше рыбачу, продолжаю, по крайней мере, пытаюсь. Что из этого получится? Ну, смотрим в следующих сериях, выйдет что из этого или нет. Ну все, сейчас буду собираться. Улов, инструмент. И до дому, до хаты, как говорится. Ладно, всем удачи, всем здоровья. До встречи на реке, на Оби.